посмотреть этот сюжет, так же как и просматривать регулярно все сюжеты программы «Коза», истинно харьковской программы «Плоть от плоти. Наш город», вы можете на популярнейшем харьковском интернет-ресурсе «Паблик Харьков Лайв». Метафизические инсинуации, магические вибрации. Фабрика – это, как известно, производственное предприятие, производящее что-либо, ну, например, чудеса, как альберный героев труда, сегодня производящий в массовом порядке чудеса. Вечеринка, соответственно, называется «Фабрика чудес». Вообще, в наше время главное – это форма, а не содержание, вы понимаете? Если крутой прикид, все, это уже успех, успех, 100% успех. А прикид крутой. И чуть не забыл, главное, какую бы хрень ты ни городил и не делал бы, главное – делать это с уверенным лицом. Сегодня у нас здесь фабрика чудес. Фабрика чудес, которая наполнена декорациями в стиле стимпанк. Это новое движение в декоративном смысле, в смысле оформления залов и так далее. Я думаю, Харьков после этого взорвется этим, заболеют все. Скажем так, барахло, но красиво оформлено. Как у вас все концептуально, нифига себе. Да, мы передовики. Времени свое чудо, да? Когда-то там Иисус по воде ходил, да? А в наше время? Все-таки Квин приедет в Альдбир. Это чудо, вы думаете, да? У вас чудеса бывали в жизни какие-нибудь? Неожиданные подарки, например. Дорогие подарки, да? Когда не думаешь душевные. И не чаешь, как говорится, вдруг бац! Нет, больше душевные подарки. Это сокровенные чудеса. Это что-то из интимной жизни, да, я понял. Там такие чудеса видно, да. Ой, понимаю. Не надо рассказывать, не надо. Не-не-не-не. Киберклизма. Вещь. Называется реставрированная клизма. Ходившая клизма. Ну, я более элегантно выразился. Я понял. Зачем ты так? Я рублю. Сколько дружу с Альбиром, впервые работаю. Много друзей с открытия. Хожу сюда, но вот так получилось. Сегодня впервые. Впервые в этом цехе. Приятно. А у нас сегодня вечеринка «Фабрика чудес». Исполняем мечты. Как всегда, от пуза поем пивом. Ну, а там как пойдет. У всех мечты разные, поэтому будем надеяться, что все получится. Как по мне, чудо в наше время – семейное благополучие, мне кажется. Я не знаю, может я со своей стороны рублю. Привет! Как жизнь, как настроение? Хорошо, хорошо. Сидим, думаем, что как. Шляпа у тебя такая классная. У тебя тоже хорошая шляпа. А ты вообще? Ты вообще? Я не вообще. Ты веришь в чудеса? Да, они есть, они приходят мне по утрам и уходят вечером. Например? Ну, когда шаббат. Не, я не из тех. Кстати, же фабрика чудес, ты знаешь, да? Есть поле чудес, а есть фабрика чудес. И там Якубович. И там, и там. И в Альбире Якубович, и тут. А почему бы нет? Счастья, здоровья. У тебя день рождения, да? Нет, день рождения. Обидно. Прошел
Голгота мы все еще не верим. Скрябин был и остается символом украинской современности. Человек, который никогда не скрывал собственного мнения. Господа, говорите правду, она дается легче всего. Сегодня мы вспоминаем Скрябина в клубе «Болеро». Вспоминаете Скрябина и почему? Ну, во-первых, хочу с тобой поздороваться. Привет. Сказать, что, Инулечка, ты всегда выглядишь безупречно, красиво и такая кишка. Я говорил Кузьма, он тоже любил девчат, таких как кишечки. Сегодня в клубе «Болеро», хочу сразу сказать, это не вечер памяти, это шоу, посвященное творчеству великого, я считаю, великого композитора, музыканта, человека, украинца Кузьмы Скрябина. Мы нашли совершенно потрясающего исполнителя, также душевно, также красиво и также, главное, чувственно может исполнять эти песни. Шоу всегда должно продолжаться. Обидитесь ли вы, если вас назовут чувихами? Да. Почему? Ну, чувиха — это как родная тёлка, ну, нормальная чувиха. Я не тёлка и таково не считаю свою подругу. И, может быть, это интервью будет бессмысленным, но я не тёлка, окей? Он нам завещал отдыхать как последний день. Вот, то есть всегда, это сегодня, да, последний день, который должен быть, и он должен не заканчиваться, он должен продолжаться. Я понимаю, что «Болеро» тоже поддерживает эту идею. Что мы сегодня можем завещать после этого шоу зрителям? Да только одно, дорогие друзья. И сегодня, и завтра, и послезавтра главное любить, жить и кайфовать, и рок-н-роллить. Скажи мне свое отношение по поводу вот Кузьмы, его эпатажных номеров и шоу, которое он устраивал. Честно сказать, я начала слушать Кузьму Скрябина только когда поступила в университет. Потому что мои друзья Западной Украины, они мне его посоветовали, и я послушала его песни. Вот, и я очень сильно расстроилась, когда узнала про его смерть. Вот, я ходила на концерт памяти, в Киеве он был. Вы знаете, ощущения были невероятные. Мало того, что я с ним лично был знаком, выдающийся поэт, композитор, повторюсь еще раз, замечательный был человек. Поколений, в там, последующих поколениях Скрябина и его творчество? Несомненно. Почему? Ну, его песни, они настолько искренние и правдоподобные, что а жизнь, она вечна. Обидишься ли ты, если тебя назовут чувихой? Ну, меня так никогда не называли, я не задумывалась. Ну, я думаю, что вряд ли. Я, на самом деле, просто не обидчивый человек, поэтому. Все твои листы, твоя макулатура, и ты мне не девчина. Просто шмата, вся твоя любов, твоя чиста халтура. Хоч викинь це з вікна, і я не буду страждати. Нікак.
каждая Алиса позволит заглянуть в свою замочную скважину. В страну чудес. Муравьи во время катастроф в первую очередь спасают свои яйца. В человеческом сообществе мужчины тоже всю жизнь носятся со своими яйцами, со своими женщинами. Ну ладно уж, 8 марта, общепризнанный день абсурда. Мы уже давно смирились с этим днем. Так они, видите ли, и подаваемы в другие праздники года, например, День Святого Валентина. Женские ожидания в 10 раз превосходят мужские в этот день, между прочим. Именно Дню Святого Валентина, Дню всех влюбленных, посвящена вечеринка V-Part Models Management, которая называется «Алисы в стране чудес». Вы же Алисы? Мы Алисы, да. Ну вот «Алиса в стране чудес» — это же образ. Кто имелся в виду? «Алиса в стране чудес» — это девушка, которая находится в поиске, которая ищет свое счастье. Я желаю всем девчонкам из нашего агентства в день Святого Валентина, поскольку это вечеринка все-таки ко дню влюбленных, найти свое счастье, найти свою любовь, не встретить своего шалтая-болтая. Звезда эротики, звезда сериалов, ток-шоу. Сейчас еще очень модно говорить, новая звезда соцсетей, знаете, как это? В соцсетях же тоже можно стать звездой. Да-да-да, блогерша. Да-да, IT-girl. Это все не про меня, на самом деле. Голые бабы, кошмар, господи. Шоу-бизнес, да. Что а ты же, делаете? Между прочим, уже частью этой вот так называемой массовой культуры являешься, понимаешь? Понимаю. А тебя уже узнают на улице? Нет. Потому что ты на улицах неправильно выглядишь. Правильная харьковчанка, она всегда во всеоружии. Ресницы, губы, макияж, каблуки, одежда и все такое. Да, значит, я неправильно хожу по улицам. Вот, поэтому тебя не узнают. Когда нормальный, традиционный, пусть и несколько архаичный в современном обществе мужчина попадает в модельное агентство V-Part, он, по определению многих моих знакомых женщин, животное, теряет способность что-либо чувствовать, кроме единственного чувства. Это чувство любовь к Алисам. Прекрасная страна чудес. Прекрасная. Кто тебя только не изнасиловал? В Латинскую Америку куда-то, да? В Турцию, там, ну... В Турцию всех заносила. В Турцию всех заносила, но не в том качестве, как ты там была. Да, еще я бывала в Азии. Ты же снималась там у какого-то знаменитого кинорежиссера турецкого, да? Да, верно. Это был короткометражный фильм, который участвовал в Берлинском кинофестивале. В принципе, до сих пор планируется еще продолжение этой серии. Падки, вот эти вот заграничные гении на наших девчонок, да? Эх. Правда, что в Китае популярен такой тип модели baby face, а также, ну, я называю таких девушек игрушечными. Игрушечные, с ними хочется поиграться, то есть они вызывают умиление такое. Да. Это ты, да? Это прав. Это я. Ты вернулась из Шанхая недавно, да? Чем ты там занималась? Делала показы, снималась на каталогах. Нижнее белье в основном? Разные работы. И нижнее белье тоже. Там же вас эксплуатируют по полной программе, правильно? Да. Целыми днями работы, кастинги, целые дни загружены. Никакого свободного времени, но оно бывает, но редко. У нас
уже работают группы полноценно. У нас прекраснейшее событие, мы запускаем детские группы. Поэтому ждем малышей, которые готовы покорять вообще подиумы мира, которые хотят этому учиться. Всех приглашаем к нам. Естественно, как всегда, мы ждем самых красивых девушек у нас в агентстве. У нас для них очень много сюрпризов, много мероприятий. Впереди очень много интересных показов, конкурсов, сумасшедшие призовые фонды. Мы вас ждем. Это программа «Коза», и сегодня мы на грандиозном празднике. Сегодня шоу-ресторан «Альбир» отмечает 1 год. И мы от чистого сердца поздравляем шоу-ресторан «Альбир» с днем рождения. Как вы считаете, что может успеть годовалый ребенок? Научиться ходить, говорить, готовить, варить пиво, ставить мюзиклы, петь на них. Год – это, казалось бы, очень мало. За этот год открылась винотека «Альбир». Великолепная служба доставки «Альбир» и, конечно же, сердце нашего шеф-повара «Лавка шефа». Сложилась семья шоу-ресторана. Что для тебя этот год вообще? Что он принес в твою жизнь? Это была куча потрясающих эмоций, которых, в принципе, за определенный срок своей карьеры я действительно не испытывал. Потому что такое количество костюмов я не одевал вообще никогда. Сколько одел за этот год, столько эмоций положительных действительно не получал. Столько пива не пил никогда. Не работает. Мы, в принципе, не знаем, что это такое. Почему? Потому что мы живем, Альбира. Мы живем для вас. Мы не знаем, сколько у нас выходных дней. От чего выходных, собственно говоря? От того, что нам нравится. Ну, я бы сказал, сколько у нас дней расставания с семьей. Альбир. Ну и меня тоже, и тебя тоже. Федор — это человек, который непосредственно принимает участие даже в некоторых постановках шоу-ресторана «Альбир». Он, правда, об этом не знает, но принимает. Ты любишь нас, скажи! Да, я принимаю все. Вернее, я принимаю участие. Я очень рад, что мы сегодня дарим Харькову великолепное калифорнийское паровое пиво. Но это самое начало Америки. Это еще Кольты, это еще Мексика, Америка, Объединение и так далее. Причем, как всегда, оригинальный рецепт. Я безумно рад, что сегодня на сцене работают мои друзья, группа Orbis Band. Конечно же, мы будем рады приветствовать будущую звезду и победителя Евровидения Джамалу. Растрогала. Которую мне любить. Я люблю тебя, Жень. Я люблю тебя, Саш. Целоваться будем? Нет, Жень. Жаль, Саш. Я ж тебя за ум взяла, а не за то, что...
Сегодня день рождения, но наши сердца бьются для вас всегда, каждый день. Если на улице мороз, это полбеды. Если мороз в вашем сердце, а он бывает и в летний зной, приходите к нам. Приходите к нам, потому что шоу-ресторан «Эльбер» – это первый в городе ресторан, который умеет любить. Конечно же, любить. Мы желаем, чтобы ты всегда был на плаву, процветал, чтобы гости всегда с радостью приходили, открывали твои двери и радовались тому, что они находятся здесь, чтобы всегда для всех хватало столов, чтобы мы радовали вас каждый день, каждый вечер и каждую минуту. Мы любим вас. Это шоу-ресторан «Альтбир». Славянской, это прямо напротив вокзала. Сегодня открылся новый ресторан «Винсент». На презентации, оно же открытие, программа «Каза» на этом светском мероприятии. В качестве главного отметил бы на свой, конечно, субъективный взгляд, кулинарное шоу. Почему «Винсент»? Знаете, мы очень долго думали над названием заведения, их было множество вариантов. Мы все-таки остановились на одном варианте, который нам больше всего понравился, вариант «Винсент». Какое-то смешение стилей идет. Нам сама структура, композиция этого лаунж-ресторана состояла из таких вещей, как немножко андеграундный стиль на стене, с граффити и какие-то моменты дороговизны, дерева и интересных стилистических моментов. Рестораны, какие-нибудь пати-бары, да, клубы. Что еще, кстати, есть? Лаунжи есть. Вот что юные красотки предпочитают вообще? Ну, мы предпочитаем сначала клубы иногда, знаете, потом и рестораны, когда захочется. Иногда надо и дома посидеть. Делали очень современные, похожие на стиль заведения. Кухня очень художественная. Кухня идет стремительно вперед. Во Франции, в Италии сочетаются те вещи, которые считаются у нас несочетаемыми. Во Франции, в Италии едят рыбу с мясом вместе. Или рыбу с мясными соусами. То, что у нас говорят, что белки не совмещаются, несовместимы, невозможно это сделать. Не, ну и, прошу прощения, итальянцы свой рыбный соус знаменитый вообще пихают везде. Для нас это странно. Да? Естественно, да. Главное, чтобы людям нравилось, люди воспринимали качественный продукт, пробовали качественную кухню, им приносило это удовольствие. Фэшн и мода, и все то, что с этим связано, это же тоже искусство, и в том числе какое-то визуальное, да, искусство? Да, но это искусство здесь и сейчас. То есть его нельзя продать будет через много-много лет. В принципе, сейчас живем здесь и сейчас, да, сейчас все об этом говорят. Живите здесь и сейчас. Вот модельный бизнес как раз об этом. Уже попробовал.
попробовали, теперь можно поговорить о кухне. Да. Вот эти неожиданные сочетания, такие странные, но дающие новые ощущения, это что? Во всем мире есть такая тенденция высокой кухни, как бы, которую мы тоже пытаемся показать людям, дать возможность попробовать. Это тенденция вкуса, когда наши рецепторы языка воспринимают абсолютно разные вкусы. Когда есть сочетание соленого и сладкого, когда есть сочетание кислого и горького, когда вкусы расходятся в разные стороны, рецепторы языка и рта начинают воспринимать их более глубоко. Мы как бы движемся со временем в ногу, поэтому пытаемся как бы удивить людей какими-то новыми вкусами, новыми сочетаниями, новыми интересными вещами. Как тебе здесь? Хорошо. Очень был хороший десерт. Я, наверное, давно уже не был на каких-то презентациях, поэтому для меня это какой-то небольшой приятный сюрприз. Да, у меня длинная история. Я в Днепропетровске, там открывал рестораны, потом переехал в город Киев, там открывал рестораны, потом я плюнул на все и уехал учиться в Италию. Я закончил филиал Le Cordon Bleu в Италии, это школа, лучшая школа поваров. Потом работал в Милане в одной мишленской звезде поваром, и потом работал в Турине в двух мишленских звездах поваром. Ресторан мой назывался Innocenti Vasione. У нас было достаточно большое количество людей, причем все блюда были необыкновенно красивые, ну вы знаете. Естественно, конечно, под наш формат тяжело, конечно, под нашего человека настроить эту кухню. Ввиду того, что порции маленькие, все очень красиво, наш человек любит и покушать тоже. До такой степени уже избалованы кулинарными всевозможными предложениями, согласись, чем нас можно удивить, я не знаю. Нет, ну кушать вкусно и красиво любят все. Раз по всем каналам украинским сегодня это тренд, давайте вкусно кушать, я думаю, что именно эта радость сегодня в тренде. Сегодня, например, ты какие-то новые испытала, вот в этом плане для тебя были откровения? Ну, очень вкусно, на самом деле. Очень удивлена. Я вообще не могла понять, как можно паштет, например, в желе смородиновым, да, и в такой формочке. Нет, Дима молодец. Очень понравилось. Винсент таким образом подписывал свои картины Ван Гог. Художник, не продавший в течение жизни ни одного произведения. Неудачник из тех, которых не любят женщины. Находящийся в постоянном депрессивном состоянии. В одном из таких состояний именно он и совершил тот самый знаменитый акт с отрезанием уха. В наше время Ван Гог один из главных культурных брендов современности. Картины Ван Гога, пожалуй, самое ценное культурное достояние человечества. Сегодня в Компасе разыгрывался бесплатный сертификат на обучение в автошколе. 3 сертификата со скидкой 30%, 20 литров бензина. Вечеринка называется «Ночь скорости». Это вообще все говорит о том, что здесь сегодня навороченная автовечеринка, начиная с пафосного спорткара на входе. Я считаю, что женщинам машина не нужна. Как не нужна? Нужна. А как же ехать в салоны красоты, в рестораны? Я понимаю, зачем мужчине машина? Семья, работа, там, ну все такое. Зачем вам машина? Такая же фигня. Семья, работа. У тебя есть семья? Ну скоро будет, я надеюсь, черт, Валя, верь в меня. Где
девушек намного больше в последнее время? Очень много стало девочек учиться именно получать права. Девочки даже есть лучше водят, чем некоторые мужчины. По статистике они намного сдержанней, намного воспитанней за рулем. Мужики, вам стыдно сейчас стало, наверное, да? Предлагаю перечислить чудеса этого автомобиля. Ну, то есть, аутентичный же первый, он же без печки был, да, по-моему? Нет, с печкой, ну, просто у многих владельцев запросов она просто не работала. Это очень такой достаточно тонкий механизм, как еще один двигатель внутреннего сгорания со своим... Ну, двигатель сзади, тоже чудеса. Сзади. Ну, это такой кусочек Европы вообще на самом деле. Как бы мы ни смеялись над ним, я реально хочу такую тачку. У вас есть машина? Нет. Как нет? Без такси еще. У меня нет прав, начнем с этого. Вы имеете возможность сегодня выиграть обучение в автошколе здесь? Ничего себе. Мы хотим поделиться нашими знаниями, умениями, навыками с людьми, которые планируют в дальнейшем стать опытными профессиональными водителями. И еще, пользуясь случаем, хочу всех желающих пригласить на бесплатный пробный урок. Вы можете посетить теоретическую и практическую подготовку в нашей школе. Тема скорость. Вы любите скорость? Гонки? Экстрим. Это очень круто. Да. Я сама водитель, поэтому я обожаю скорость. Может, ты превышала когда-нибудь скорость? Тебя останавливали гаишники? Останавливал, да. 120. Вот когда очень быстро, это хорошо? Да, всегда да. Да? Она не согласна. А мы-то поняли, да? Мы друг друга поняли. Для любой девушки эпогеем карьеры модели является титул «Первая мисс». Третий этап конкурса красоты «Нереальная богиня» в творческом, концептуальном, развлекательном комплексе «Небо». Программа «Коза». Буквально 50 сантиметров нас отделяет от Клондайка красоты. Настоящая Эльдорадо. Ну что, посмотрим, готовы ли они в бой. Милые дамы, минуточку внимания. До конкурса «Нереальная богиня» несколько секунд. Кто хочет уже сейчас стать первой мисс конкурса «Нереальная богиня»? Ребят, ну скажите нам честно, ведь много мужчин завидуют вам. Вы в окружении красавиц, меха. Вы же, наверное, каким-то образом влияете на исход конкурса. Нам очень страшно, потому что их так много. Они находятся ближе всего к нам. Мы завидуем членам жюри, потому что хотя бы они сидят дальше. Они на расстоянии, а мы вот все вокруг нас. Мы не можем удержаться, это невероятно. Вы тоже не можете, Сережа, удержаться? Я женат, и поэтому мне немножечко легче. Вот, но мы переживаем, помогаем и за некоторых даже болеем.
некоторыми конкурсантками я уже успел познакомиться. И вы знаете, какой у них был ко мне вопрос? Владимир, узнайте, пожалуйста, у королевы Харькова, долог ли, длинен ли путь от нереальной богини РК Неба до королевы Харькова? Я считаю, что каждая девочка достойна. Главное, чтобы она старалась, чтобы она этого хотела, чтобы она к этому стремилась, шла и ни перед чем не останавливалась. Тогда все получится. Все, что главное, хотеть. Очень приятно. Вот у нас очередной полуфинал нашего конкурса. Я считаю, что каждым разом все лучше и лучше. И больше, скажем, конкурсанты становятся более сильнее. И я не завидую сегодня жюри. Им по-настоящему будет тяжело сегодня выбрать самую лучшую. Как нам известно, дорогие друзья, без этого человека, которого зовут Алексей и у которого прозвище Стэтхэм, не проходит ни одно молодежно-массовое мероприятие. Леш, ну то, что конкурс красоты, нереальная богиня и ты здесь, это аксиома. Ну а сама цель какова? Во-первых, это мероприятие организовывает мой хороший товарищ, знакомый, друг. И это очень интересное мероприятие. Он молодец, он в очень короткие сроки реализовал замечательный, грандиозный проект. Это уже сегодня третий тур «Нереальной богини». И с каждым туром качество все лучше и лучше, все интереснее и интереснее. Очень приятно смотреть за девочками, как они развиваются и как это все происходит. Егор, скажи, пожалуйста, сколько ты заплатил организаторам, чтобы быть членом жюри? Наверное, чуть больше, чем заплатил ты, чтобы брать у меня интервью. Да, чтобы взять у тебя интервью, мне много платить не пришлось. Егор, ну на самом деле, с каким чувством, вот с каким предвкушением ты усаживаешься на теплый диван, протираешь глаза, чтобы увидеть, кто самая красивая? Начнем с того, что я как сам главный организатор своих мероприятий, да, мне все это близко, все это такое родное и знакомое. С огромным удовольствием посмотрю на организацию других моих друзей. Посмотрим, что покажут девочки. Интересно. Всегда за любой кипиш. Юна, скажи, пожалуйста, как изменилась твоя жизнь после того, как ты стала мисс Харькова? Допустим, теперь я могу ходить на конкурсы красоты в качестве жюри. В таком плане, да, немножко изменилась. Ты понимаешь, что вот эта гламурная жизнь, она засасывает. А как же семья? Как же карьера? Карьера продвигается. Я работаю, я не останавливаюсь. Виталий, лично я от себя хочу тебе выразить большую благодарность, и это не шутка. Каким образом ты можешь вот так кастинговать? Я лично знаю, что сегодняшний третий этап конкурса «Нереальная богиня» было 50 кандидатур. Да, было чуть-чуть больше 50 кандидатур. Желающих после второго этапа богини просто возросло до космических размеров. И я боюсь представить, сколько людей к нам будет ломиться в РК Небо перед четвертым туром. Чем ты их заманиваешь? И они идут к тебе действительно как пчелы на мед. Дело в том, что у каждой девушки мечта – это шуба, шикарная шуба. И мы по-настоящему, честным голосованием дарим эту шубу лучшей нереальной богине в конкурсе РК Небо. Информация воспринимается лучше, когда ее рассказывает тёлка с грудью. Так вот, развлекательный комплекс «Небо» в начале вечера работает как пре-пати, создавая уникальную атмосферу предвечернего
вечеринки, где вы можете выпить коктейли, посидеть за баром, познакомиться. Затем все становится немного интереснее. И апофеоз этого вечера будет танцхолл. По старинке, конечно же, дискотека, но она будет яркая, живая, интересная. Сегодня программа «Коза» отдыхает, работая в развлекательном комплексе «Небо». Это наш проект. Группа называется One Moment. Диджей Magic Liz. И сегодня под живой звук будет концерт театра экстремального танца. Как это будет выглядеть? То есть на сцене будут музыканты, на танцполе будет Тед выступать, да? Это новая композиция? Здесь будут те номера, которые город не мог видеть, потому что эти номера работались на контрактах. И это за границей? Ну да, безусловно. Да, ты знаешь, я никогда не люблю много рассказывать, тут лучше увидеть. На самом деле у нас сам коллектив необычный, у нас виолончели, барабаны, но тут мы решили в один момент совместить наше творчество с диджеем. Это Magic Liz. Вовчик, скажи привет. Так, подождите. Все начиналось с виолончели и барабанов. Вообще все началось с виолончели и ящика, кахона. Это такая перкуссия. А потом мы решили перейти на барабаны. С диджеем. И так получился новый проект Magic Moment. Номер экстремальный с велосипедом. Также у нас будет девочка выступать на кольце в воздухе, и парень будет на полотнах. Это тоже очень интересно. Меня уже замучили вопросами. Твое сердце свободно? Скажи, пожалуйста. Нет, мое сердце не свободно. Я здесь нахожусь со своим молодым человеком, который будет сегодня прыгать на велике. Вы уже известны не только в нас в стране, но и во всем мире. Почему вы возвращаетесь обратно? Как вообще это происходит? С какими чувствами вы возвращаетесь? И что вы чувствуете за границей? Тут наш дом, тут наши друзья, наша семья. Нам этого всегда не хватает. Как бы ни было хорошо за границей, в какой стране мы ни бываем, там не дома. Как ни было бы сложно тут, но тут наш дом. Че, как сегодня тёлочки были? Нормально? Ну, честно говоря, да, тёлочки были то, что надо. Настоящие богини, все по-харьковски. Как протекает ваш конкурс? Очень стремительно, очень шикарно. И, как всегда, задаем новую планку. Но сил это забирает значительно больше. Поэтому я сейчас, выжатый апельсин. Скажите, как вам на другом конце страны? Очень хороший город, очень много клубов, но наше внимание в последнее время все больше и больше притягивает именно РК «Небо». Огромным бонусом являются очень-очень приятные цены, особенно в сегодняшнее время, когда социально-экономическое состояние страны, оно пошатнулось. Когда такой молодой парень говорит о социально-экономической ситуации в стране, девушки начинают течь, я тебе серьезно говорю. Где ты находишь этих молодых людей в великолепной физической форме, которые вообще справляются с этими сверхнагрузками, Тед? Было время очень давно, когда мы их воспитывали. Первая плеяда Тед уже давно оперилась, давно, скажем так, выросла из коротких штанишек, и каждый из ребят уже самобытен, у них уже свои собственные проекты. Нынче мы берем ребят только профессионалов, которые уже много чего добились самостоятельно, посредством кастингов, видеокастингов, жесткого отбора. По морально-этическим критериям и по таким техническим параметрам. Знаешь, что девушки
девушки намного выносливее, чем парни. Ты согласна? Я согласна. После шоу, когда мальчики идут курить, некоторые девочки качают пресс и делают растяжку. А парни все-таки курить? Как обычно, вот такие спортсмены. Раскрыла все секреты сейчас. А как же ЗОЖ? Песни «Ленинград» и ЗОЖ – это хорошо, но для не девочек. Спасибо, какое я получил удовольствие, господи. Между прочим, самое близкое, наверное, символическое изображение женщины, женского начала. Виолончель, талия, грудь, бедра, да. Планы здесь, в небо именно. Время, которое выпало нам на родной земле, проводить с удовольствием. Я не строю планов в этом клубе, я это сказал сразу. Мы здесь делаем все в свое удовольствие, в удовольствие наших друзей. Друзья, приходя в клуб, размер невозможно стоять и просто глазеть. Обязательно пританцовываешь, как это делаю я. Итак, сегодня концерт самого Алексеева и программа «Коза», конечно же, присутствует на этом грандиозном мероприятии. Никит, ну весь город полон разговорами о вашем приезде к нам. Чем будете радовать харьковчан? Ой, сегодня мы исполним свои уже известные песни, также совершенно новые, которых еще никто не слышал. Прозвучат хиты, которые я исполнял на проекте «Голос страны». В общем, мы подготовили очень интересную программу. Можно будет и потанцевать от души, поэтому все будет очень-очень круто, я надеюсь и верю. Спасибо. Это свято. Вы знаете, сегодня в Радмире сам Алексеев! Спасибо, в «Голосе страны» очень хороший мальчик. Какие песни знаете? «Пьяное солнце», «А я плыву черным». Скажи, пожалуйста, ты бы хотела, чтобы он оставил автограф для тебя? «Пьяное солнце». Если он попросит сделать автограф на твоем теле, ты согласишься? Нет. А ты? На руке. Девчонки, идите ловить, он обязательно сделает вам автограф. Очень много девушек, харьковчанок, которые вот задают вопросы не только по поводу творчества. Где любите отдыхать? Где они вас могут поймать? Проблема сейчас или не проблема, может наоборот, это очень хорошо. Но у меня, к сожалению, совершенно сейчас нет времени на отдых, потому что мы сейчас занимаемся, мы полностью погружены в творчество, мы все в концертах, в съемках. Мы готовим, вот совсем скоро, 25 апреля выйдет наш мини-альбом, EP-альбом, куда войдут наши известные песни, совершенно новое «Держи». Оно, собственно говоря, сегодня будет открывать концерт в Радмире. Саш, ну в очередной раз я могу только поздравить тебя как арт-директора Радмира. Позитивная обстановка, теплая, люди все танцуют. Скажи, какие анонсы? Будем танцевать без анонсов. Вне зависимости от того, что происходит, у нас всегда ярко, и мы стараемся сделать для людей что-то новое, не такое, как у всех. Стоим у дверей
в опиум. Через несколько мгновений ты сможешь этот опиум вкусить. Ты готова? Да. Расскажи, пожалуйста, почему ты ходишь именно в Радмир? Очень давно нравится это заведение, и потому что у меня есть клубная карта. И что теперь с этой картой ты делаешь? Прохожу бесплатно. Великолепно. А ты знаешь, что сегодня вот там, вот за той шторкой, будет сам Алексеев? Нет. Тебе как бы и опиума хватает. Я знаю Антона Кубикова. Мы готовим уже полноценную пластинку, которая выйдет 18 мая, в мой день рождения. В Киеве мы дадим большой сольный концерт. Я хочу пригласить туда всех людей, которые вот внесли что-то в мою жизнь, помогли мне как-то развиваться как человеку, как артисту. Я приглашу там свою первую учительницу, приглашу всех своих родителей, приглашу всех своих друзей, там старых одноклассников. И просто вот от души скажу им искреннее спасибо. Февраля Оля Полякова, нам 7 лет. Все в кукошниках приветствуются, дресс-код в кукошниках, вот, ну и с большой грудью. И в шлепках. И в шлепках. Дальше 5 марта у нас группа «Центр», «Гулф», «Слим» и «Птаха». Невзирая на то, что это россияне, это качественный рэп, это гулф, это легенда. И 26 марта, ну на сегодняшний день, это группа «Мозги», «Потап» и его команда. Мы делаем, скажем так, яркие мероприятия и надеемся, что наш выбор совпадет с выбором многих харьковчан. Клуб «Радмир», Саша, «Мафия», программа «Казал». Я земля,